Накануне выставки E3 издательство Vivendi Games анонсировало второе дополнение к шутеру «Fear». Ничего экстраординарного ждать не стоит, и тем не менее проект кажется довольно интересным, но вряд ли разочарует поклонников серии. Ведь, по словам разработчиков, они намерены поставить жирную точку в истории, рассказанной в «Fear». Заявление интригует, особенно если учитывать, что компания Monolith Production сейчас трудится над сиквелом лучшего шутера 2005 года. Итак, что же ждет нас в дополнение Perseus Mandate? Если быть кратким, то новый герой, новая однопользовательская кампания, новый многопользовательский режим и три дополнительных вида оружия. Однако дело ведь не в количестве, а в качестве. И ребята из TimeGate Studios, похоже, не халтурят. Им удалось сохранить непередаваемую, пугающую до дрожи атмосферу Fear. Главный герой выполняет опасное задание. Он вместе с напарниками пытается выяснить, что такое проект Персей. Играть действительно жутковато. Встреча с гадкой девчонкой Альмой и шокирующие сцены с разрастающимися на твоих глазах лужами крови действуют на нервы почище японских ужастиков. Кроме того, разработчики сделали перестрелки более масштабными. Враги прут, что называется, изо всех щелей. Причем приходится иметь дело не с армией клонов, а с более умными и сильными врагами. Их называют «крадущимися в ночи», и они вооружены мощными винтовками и гранатометами. Учти, если им удастся попасть в героя гранатой, бедолагу ожидает моментальная гибель. Поэтому будь осторожен и не лезь на рожон.